чего, собственно говоря, начинается бадминтон. Спортивный бадминтон. То есть забываем про пляж, забываем про природу. Спортивный бадминтон всегда проводится исключительно в зале. Почему? Потому что валанчик у нас весит всего 7 грамм, и любым ветром он улетает. И самое главное оружие бадминтониста – это ракетка. У ракетки тоже является, у нее есть собственный стандарт, то есть обязательно там стандартная длина, размер зеркала его. Вот. Дальше. С чего начинается уже техника бадминтона? С правильной хватки ракетки. Опять же, если когда-то играл куда-нибудь? Ну, давно, очень-очень давно. На улице во дворе с девочками. Даже очень хорошо, что давно. Но я играла в большой теннис, поэтому... Во, отлично. Вот возьми ракетку. В бадминтоне совершенно по-другому. Как? Мы берем ее... Только бить. Вот она... Порвется. Ну, если ей бить, то она даже сломается. Пол, я имею в виду. А так? Нет, не порвется, потому что валанчик легкий, струна достаточно, ее достаточно, чтобы пробить валан. Это, опять же, первый хват. Сейчас твоя задача контролировать хват ракетки и попробовать попасть по валанчику. Сейчас я возьму валанчик, мы попробуем с тобой пару ударов сделать. Можно хоть мы отсюда. Мы вот так и туда? Ну, практически да. Или мы его держим? Ну, здесь, я бы сказал, даже больше держим. То есть подача идет, подставляем валанчик и вот удар. Легкий удар. Ну, собственно говоря, мы показали, что научиться можно всему, и даже если не умеешь, то мы, как говорится, подскажем, поможем, покажем. Вот поэтому, если у кого-то есть желание, приходите. Я надеюсь, Наташа у нас загорится, да, будет. Энергично, очень интересно, увлекательно. И главное, что получается, и все понятно, очень рассказывают, поэтому нет слов, надо просто действовать и идти вперед. Да, приходите, научим. Привет, взаимно.